Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для аниме Energy Clash Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, так что ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом переходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он, из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео оставлю в подсказках о том, как его скачать, получить ключ. В принципе, там сложного ничего нету. Когда посмотрите, я думаю, поймете. А дальше, после того, как скачали чит, в поиске пишем нужный нам режим. Нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт на этот режим. Больше, к сожалению, я не нашел. Значит, смотрите, чтобы получить этот скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку ввести, то есть инжект. И ждем, пока заинжектимся. Смотрите, в основном, как я понимаю, когда происходит инжект, когда нет, ну то есть получается он или нет. Когда пропадает вот эта надпись Inject Fluxus, после этого проверяете с помощью кнопки запустить. Если скрипт запускается, то значит инжект у вас получился. Если нет, то значит заново заходите в этот режим, то есть перезаходите в Roblox. И заново пытаетесь заинжектиться. Но пока, как видите, у меня довольно долго думает, уже, наверное, около минуты прошло, может быть, чуть побольше. В основном грузить он так думать может около 2 минут. Так, ну все, эта надпись пропала, вроде бы как инжект прошел. Нажимаем кнопочку «Запустить». И смотрим. Да, все отлично. Inject получился, вот появился скрипт. Функций, в принципе, довольно мало. Но много, в принципе, и не нужно. Логично. Так, ладно, давайте тестить. Значит, первое. Здесь у нас что? Ага. Здесь мы выбираем, что с вами будем тренировать. Допустим, выбираем Key. И включаем автоклик Train. И смотрим, что происходит. И, как видите, скрипт автоматически за меня тренирует вот эту вот характеристику, которую мы с вами выбрали. Давайте все проверим, в принципе, силу. Так, силу, да, тоже тренирует, работает, отлично, все четко. И последняя характеристика — это чакра. Выбираем и смотрим. Да, как видите, тоже работает. Все четко, все отлично. Так, здесь сколько мне нужно накопить? Ну, желательно больше 100 силы, чем у этого бота. Давайте пусть пока накопится. Дальше у нас Wins Farm. Это получается функция, предназначена для того, чтобы автоматически сражаться с этими ботами. Но пока что ее включать не будем, у меня мало силы. И Auto Rebirth. Ну, на Rebirth у меня по-любому не хватает. Да, 25 побед нужно. Так, все. Я накопил уже нужное количество силы. Чуть-чуть побольше, чем у этого бота. Включаем Wins Farm. И смотрим, что происходит. И почему-то ничего не происходит. Окей, давайте сами, допустим, в эту дуэль зайдем. Так, и что сейчас происходить будет? Ну-ка. Мне нужно кликать самому, получается. Так, стоп, получается, эта функция, скорее всего, наверное, не работает. А, нет, вот сейчас мне победу дали. Стопэ. Нет, работает. Нифига себе, слушайте. Прикиньте, даже анимация боя не проигрывается, и мне начисляются победы. Вау, ну слушайте, это очень круто. То есть вы параллельно еще можете, наверное, прокачивать какую-то характеристику, да? Ну-ка, это работает? Да, это работает вместе, офигеть, прикиньте. То есть вы можете получать победы и одновременно еще прокачивать какую-то характеристику себе. Вот это вот четко, слушайте. Это реально очень круто. И последняя функция — это у нас автохэтч, то есть автооткрытие яйца. Самое дешевое получается 5 побед. Давайте подальше отойдем и посмотрим, на расстоянии это работает или нет. Включаем. Так, давайте заново выберем, включим. Да, отлично. Как видите, автооткрытие на большом расстоянии тоже работает. То есть не обязательно вам стоять около какого-то яйца. Круто. Так, только питомцы где здесь находятся? Что-то я туплю. Где они здесь? Не понимаю. А, это не питомцы, это герои, я понял. Окей. Ну все, вот как видите, герои у меня появились. Все четко. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал.
Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйсбан, всем удачи и пока.